Поехали. Так, друзья, бенгальские огни, поехали. Не забудь, что их держать надо на расстоянии вытянутой руки. Техника безопасности превыше всего, да? Отходим. О, красиво. Смотри, как ярко. Я не буду, я секун. Точнее, я не секун, я просто оператор, все. Это очень красиво выглядит. Дай. Ты пугаешь. Такое ощущение, мам, что у тебя в руках эти, знаешь, карнавальные штуки, которыми машут. О, Леха, давай засниму у тебя красивый. Давайте. Классно. Ну, ко мне не лезь. 60 кадров в секунду, друзья, как вам такое? О, мои все. У Лехи горит еще. Мы слышим, играет баян бабаян, так что мы можем здесь. Здесь нужна выдержка длинная, типа фотик с длинной выдержкой. Подожди. А у тебя все не зажгется. Или вот этот большой один. Там у тебя еще один не зажженный, зажги его. Вот этот. Нет, эти все прогорели. На. Все уже. Все сгорели. Это все уже. Ладно, Леха, давай. А я оператор, все. Такая вот скучная жизнь у оператора снимать. Хотя я, по сути, и есть автор канала, но я снимаю. Какая красота. Все, кто-то на баяне играет. Все, всем пока.